Уважаемые участники соревнований, мы от всей души приветствуем вас и желаем сегодня на нашем спортивном мероприятии одержать ряд уверенных и, главное, красивых побед. И первое слово на открытии нашего перерыва предоставляется главе города Апатита генералу Алексею Геннадьевичу. Добрый день, уважаемые участники открытого тенниса города Апатита по Москве. Очень приятно, к нам приехали практически со всей области. Это Североморск, Мурманск, Оленегорск, Акулия, Кировск, сами Апатиты. Мы с большим удовольствием принимаем всех наших спортсменов. Наш город большой, красивый, красивый, красивый. Мы очень любим спорт. У нас спорт – это коллеги России города Апатита. Очень приятно, что партия России поддерживает спорт. И в конце турнира нашего боя делают два кубка. За самый красивый бой будет кубок от партии России и будет кубок за город победы. Поэтому вы понимаете, что любой из вас может попадать на этот кубок. Еще раз всех поздравляю с открытием турнира. Желаю всех, чтобы зрителям поболеть, покричать, порать за свои квартиры и за своих детей. И самое главное, это хорошее настроение. Впереди Новый год и новые победы. Праздник вас! Следующее слово предоставляется активистам Апатитского отделения партии «Единая Россия», депутатами Совета депутатов города Апатиты Ахтуловой Елене Михайловне и Петровскому Михаилу Николаевичу. Уважаемые участники, поздравляю вас с событием открытого первенства города Апатиты по пикнику карате и желаю вам всем победы. Конечно, это спорт. Будут победители, будут проигравшие. Но самое главное, я желаю вам победы над собой. Наверное, самое главное. Будет больно, будет тяжело, но вперед! Сила воли вас присутствует! Вы молодцы! Всем победы! Ура! Дорогие друзья, добрый день! Хочу поприветствовать участников, организаторов и зрителей открытого первенства по королевству Республики Бориса Апатитова. Хочу пожелать участникам воли к победе, мужество, честных поединков, зрителям прекрасных боев, прекрасного спортивного зрелища. И хочу сказать, что такого соревнования в уровне Апатита, это, конечно, прекрасная популяризация как самого королевского спорта, но как и его искусства в нашем городе. Всем спасибо. И слово предоставляется нашему шикарному председателю нашей Мурманской федерации Пикинка и карате, пятому дану Ривалилову Наталью Викторовичу. Я хочу поблагодарить в первую очередь администрацию депутатов, которые помогают содействовать нашему но он очень массовый, и очень важно, что вы поддерживаете ВОЗ. ВОЗ! Ну и обращаясь уже к спортсменам, уже вам пожелаю удачи, спортивных боев. Я присоединяюсь к этим пожеланиям и хочу добавить себя, чтобы вы соблюдали этикет. Это то, что формирует наш характер, уважение к сопернику, то, чем отличается наш вид спорта и ученика в смешанном знакомстве. Ну и я хочу пожелать людям справедливости действия, родителям боления правильного, уважительного. И, надеюсь, соревнования эти продолжатся традицией. У нас православная традиция крупных соревнований в Апатитах. И вот она возрождается. Спасибо всем. ВОЗ! Субтитры сделал DimaTorzok.
объявляется открытым. Итак, уважаемые участники спортсмена Федерального клуба, сейчас объявляется 15-минутная готовность на участие в соревнованиях. Обратите внимание, татами номер один. Это татами зеленой кровью. Вот. Соответственно, татами номер два, синей кровью. Когда будут выступать малыши 6-7 лет, 8-9 лет, 8-9 лет, я буду проковать от цвет татами. Обращаю внимание тренеров, руководящих, волонтеров. Слушайте внимательно, чтобы у нас потом никаких неприятных ситуаций не возникало. Нагрудников не будет там. Нагрудник у нас на команду есть. Буду вызывать спортсмен, которого называют первым. Подходит на первом татами, где красный жилет. И на втором татами тоже где красный жилет. Это цвет ака, красный. Соответственно, второй спортсмен приходит на другой конец татами. Услышали? Хорошо, что я классно.